قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране обещает верующим и говорит: Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля обещает верующим из вас и тем, которые делали благие дела, обещает то, что сделает их преемниками на этой земле, подобно тому, как сделал преемниками тех, кто был до них. И даст возможность в религии, которую он обещал им, заменит им страх безопасностью, и будут они поклоняться мне и не будут обожествлять что-либо помимо меня, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. В последнее время фи ахр заман кафрат аль-фитан, есть много смут на земле. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал держаться за религию, за хаблиллахи субхана ва тааля, за ветвь Аллаха субхана ва тааля, за Коран и за сунну пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, именно побуждал держаться во времена, когда есть смута на земле. وتبين ذلك صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к верующим, говорил: «Бадирут, сабику, опережайте благими делами альфитан, смуты». То есть до тех пор, пока вам не пришли смуты, непонимание смуты, опережайте эти смуты благими делами. Наступит такое время, подобное, то есть религия будет для человека казаться подобно «кэта'ал-лейли музлим». Будет показаться подобно темноты этой ночи. «Ла итабайяну фихи салаху аль-фасад». То есть он не будет различать, что правильно, что неправильно, что халяль, что харам. Наступит такое время, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал и говорил: спешите в благих делах, опережайте это время. Наступит время, когда человек будет просыпаться верующим, засыпать неверующим. Встречать утро он будет верующим, верующим во Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Будет говорить на халяль халяль, на харам харам, а к вечеру он будет говорить на харам халяль, на халяль харам. Будет оставлять свою веру. Ваюмси кафиран, ваюмси муминан, ваюсбиху кафиран. Или наоборот, к вечерам он будет верующим, а просыпаться уже будет неверующим. Почему? Сумма байяна ас-сабаб. После этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям показал нам причину, объяснил нам причину. Ябиу динаху биарди мин ад-дунья. Он будет продавать свою религию за гроши этой мирской жизни. Поэтому, если посмотреть в историю пророков, если посмотреть в жизнь пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, другие посланники, то они всегда просили у Аллаха субханаху ва тааля ад-дуа, чтобы он, Всевышний Аллах субханаху ва тааля, укрепил их на этой религии. Но также параллельно пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к сахабам, говорил то, что и для нас это как такое радостное событие, аль-бушра, радостное событие, потому что если человек во времена смуты будет больше приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля, тем самым он будет получать больше награды от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Фадлу такарруб иля Аллахи фи ахир заман. Ла яти аля ан-наси заман, говорил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабам, придет людям такое время. Лиль амили минхум аджрун хамсина минкум. То есть придет людям, верующим людям, такое время, когда кто-то из них что-то будет делать благое, награду будет получать подобно 50 из вам, из вас, обращался пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям к сахабам. Тогда сахабы с удивлением спросили: «Минна ау минхум, я Расулуллах, 50 из нас или из них, о посланник Аллаха?» «Каля, баль минкум,
из вас, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Почему? Объяснил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, и сказал: «Лианнакум таджидуна аля лхайри а'вана, вала яджидуна аля лхайри а'вана». Потому что вы можете среди вас найти того, кто вам помогает в благом. Пророк среди вас, Коран не спосылается. Можно спросить, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, отвечал, помогал, а они не найдут того, кто поможет им, говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Сегодняшний день часто человек сомневается в ясных, даже не в сомнительных, в ясных вещах, в ясные, разрешенные от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля действия называют запрещенными, или наоборот, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запрещает, верующий человек разрешает. Иногда человек сомневается в тахриме зина, то, что Всевышний Аллах запретил прелюбодействие, делают временные браки, временные никах и назвали это халалем. Риба. Человек дает деньги под проценты, берет под проценты, не стесняясь, тут же читает пятикратную молитву и находит себе какое-то оправдание. Человек иногда себе находит оправдание, когда употребляет алкоголь, яшарубль хамр, когда он курит, находит себе какое-то оправдание. Даже субханаллах иногда говорит, это не желать, это макрух, это не харам. Иногда заходит в интернет, чтобы отстоять какую-то идею касательно Корана и Сунны, и сам заходит в сомнение. Поэтому вот как раз это распространяется на сегодняшнее время, слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что никто у них не будет в помощи. Поэтому будут смуты, много смут. Человек будет сомневаться в халяльном, человек будет сомневаться в харамном. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал и говорил: «Бадиру, сабику». То есть обгоняйте, встречайте эти фитнес, встречайте эти смуты перед тем, как они к вам придут, благими делами. «Кана Расуль, саллаллаху алейхи вассалям, яксуру дуа, ан юсаббитаху Аллаху аля ддин». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он тот, которому Всевышний Аллах, субхану ва тааля, простил грехи. Прошлое и будущее Всевышний Аллах субхану ва тааля ему сам простил, и он просил у Аллаха субханаху ва тааля дуа, чтобы Аллах укрепил его на религии. Аллах субхану ва тааля говорит: «Лиагфира лака Аллаху ма тақаддама мин занбика ва ма таахар». Аллах субхану ва тааля тебе простил все, что было, все, что будет. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, просил дуа подобно тому, как просил Ибрахим алейхи салям дуа. إبراهيم عليه السلام يبني بيت الحرام بأمر من ملك العلام وهو يضع لبنة على اللبنة وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام строил بيت الحرام, мечеть الحرام, кирпич за кирпичиком, когда складывал, просил у Аллаха سبحانه وتعالى دعاء: О Аллах سبحانه وتعالى, О Аллах سبحانه وتعالى, удали меня и моих детей от поклонения идолам. Ибрахим алейхиссалям. Удивительно, аджабан, удивительно. Тахафу ан таъбуда аль-аснам ва анта хатамтаха сагира. Удивительно, ты, Ибрахим алейхиссалям, просишь у Аллаха, чтобы он удалил тебя и твоих детей поклоняться идолам. Ты их разрушил еще когда был маленьким, я Ибрахим. Ва улькита фин-нар ва сабатта сабат аль-джибаль. И был брошен в огонь за это. И стоял, был крепким, подобно крепости гор. وأنت أمة وحدك وخليل الرحمن. إبراهيم عليه السلام الله его называет أمة, общиной одного человека. Аллах سبحانه وتعالى إبراهيم называет أمة, общиной. И خليل الرحمن, близкий друг Аллаха, милостивого, милосердного. И он боялся за себя и за своих детей попасть в эту смуту и поклоняться идолам, и просил это дуа у Аллаха سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنه ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ابن عباس говорил, кто сможет обезопасить от бедствия после Ибрахима عليه السلام. ولما سئلت أمنا عائشة بنت الصديقة بنت الصديقة ما كان أكثر الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. Когда спросили нашу маму عائشة رضي الله عنها, عائشة رضي الله عنها, спросили, какой был, что просил больше всего пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم у Аллаха. فقالت, она сказала, كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Обращался к Аллаху, говорил: о, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на твоей религии, на намазе, на посте, на садака, на таухиде, укрепи меня на поклонении тебе, на твоей религии. Это было самое
распространенная дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что Аллах ему простил все грехи. «Иза ма якун хали ва халюк маа кетрат альфитан, аллати налкаха фи кулли макан». Тогда что говорить о нас, когда сегодняшний день есть много смуты, много непонятного, как мы должны молить Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы Он укрепил нас. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Кахф говорит: «Осбир нафсак маа ллазина яд'уна раббахум билгадати валь аши юридуна ваджха, вала таъду айнака анхум туриду зината лхаяти ддунья, вала тутиъ ман агфална калбаху ан зикрина, ваттабаа хаваху ва кана амруху фурута». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Будь терпелив к тем, кто молит Аллаха Субхану ва Тааля ранним утром и вечером, не ожидая чего-либо взамен. Не оставляй их без внимания ради чего-либо мирского». Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нас побуждает и нам дает такой насихат и повелевает нам: «И проявляй покорность, и не проявляй покорность перед теми, чьи сердца беспечны». Кому Аллах Субхану ва Тааля запечатал сердце, кто-то бывает в джамаате, в каком-то джамаате, в каком-то меджлисе, и кто-то призывает на плохое, сердце его запечатано, не подчиняйся им, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает нам понять то, что поклонение, когда верующий человек поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, в этом есть нужда ему. Он сам нуждается в поклонении, он нуждается в Аллахе, ни в коем случае Аллах не нуждается в наших поклонениях. Человек верующий сам нуждается приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Намаз, который мы читаем, для кого мы читаем? Мы нуждаемся в этом. Наши садакат, наши посты, мы в этом нуждаемся. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет то, что хаджа, нужда в поклонении для рабов самих же, а не для Аллаха. И говорит: «Ямуннуна алейка ан асламу, кул ла тамунну алейя исламакум». «Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лиль иман, ин кунтум садикин». О Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они ведут себя так, будто делают тебе одолжение, будто делают тебе одолжение, что покорились Аллаху. Скажи им: не делайте мне одолжение. Это Всевышний Аллах, субхану ва тааля, делает вам одолжение, то, что повел вас прямым путем. Говорите: «Альхамду лиллахи раббиль алямин». Если человек будет стойким на этом, на религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, тогда, иншаллах, он сможет защититься от разных смут сегодняшнего времени. А если он отвернется, оставит, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваин таталлау йастабдил кауман гайракум, сумма ла якуну амсалакум». Если вы отвернетесь, то Всевышний Аллах вас заменит другим народом, и они не будут подобны вам. Во время Умар, радиаллаху анху, когда он был халифой, есть такая местность, Аль-Гассан, и был там Малик Аль-Гассан, король местности Гассан, это Шималь Джазират Аль-Араб, это север арабского полуострова. Звали его Джабаля бин Айхам. Джабаля бин Айхам. Он пришел, Кадим Аль-Мадина, пришел в Медину во время Умара, Аллаху Анху, принял ислам, с собой еще привел свой народ. Факан Умар, Аллаху Анху, юкримуху, ваяталатов маху. И Умар, Аллаху Анху, всегда был к нему нисходительным, всегда к нему, хорошо относился к нему. И во время тавафа, когда делали таваф, один мискин, один факир, бедный араб, бедный бедуинец, нечаянно наступил ему на изар, нечаянно наступил ему на его накидку. Потому что было сильное захма, была сильная толпа. И тогда он развернулся, фалатамаху, и ударил его по щечине, этот король. Фаштака иля Умар. И этот араби, этот бедуинец, пожаловался Умару, радаллаху анху. Фадааху Умар. Пригласил его к себе Умар, радаллаху анху. Факаль, лима латамта. Сказал: почему ты его ударил по лицу? Не было другого выхода из положения. Обязательно нужно бить. Он же не специально тебе наступил на твою одежду. Было много людей, он не специально тебе наступил, ты развернулся, его ударил. Зачем ты это сделал? На что он отвечает: он наступил мне на одежду, поэтому я его ударил. Тогда справедливость Умара, радаллаху анху, он ему сказал: «Имма ты атазир илейхи,
Или ты попросишь у него прощения, он тебя простит. В крайнем случае, он тебя также передо мной сейчас ударит, подобно тому, как ты ударил его. Тогда он с удивлением, этот король: «Я амир аль-му'минин, ана атазир ла, ана малику, ва хуа суку». Я буду у него просить прощения. Я король из Гарасана, я король, а он обычный человек. Тогда Умар радиаллаху анху сказал: «Аль-исламу кад сава байнакума». Ислам сделал вас равными. Ты король, он обычный человек, но вы равны в исламе. Вы читаете в одно направление намаз, читаете за одним имамом, делаете таваф вокруг одной каабы. Вы одинаковы перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Тогда он понял и сказал: «Фаанзирни иля яуми гадит». Дай мне строчку до завтра, я подумаю. Умар радиаллаху анху дал ему строчку до следующего дня. Ночью он забрал всех своих людей, с которыми он пришел, и вернулся обратно в Шам. Через какое-то время, то есть опять он вернулся, оставил религию, забыл об Аллахе, субхану ва тааля. Через какое-то время Умар радиаллаху анху послал одного из мусульман, из жителей Медины, который был его другом, когда он приехал в Медину, этот король, проверить его, что с ним случилось, как он себя там ведет. Фалямма кадима, ваджадаху ялбис аль-харир ваз-захаб. Когда он пришел, увидел его, что он надел опять свою накидку из шелка, из чистого шелка, золото. Яшраб аль-хамр, пил алкоголь, употреблял алкоголь. И когда его увидел, обрадовался, обнял его, сказал: «Садись рядом со мной». Факал, хаддисни аниль муслимин. Расскажи мне про мусульман, как они там, в Медине. Фахаддасаху факал, валлахи иннахум адааф, адааф аль-адад аль-лязи раайтахум фи. Валлахи, их еще больше стало. Каждый день, альхамдулиллях, мусульмане увеличиваются в количестве. Факал, хаддисни ани Умар ибн Хаттаб. Расскажи мне о Умаре. Расскажи мне чуть-чуть о нем. Как он? Фахаддасаху ан адлихи ва ан таатихи наси лах. И рассказал о его справедливости, и как люди слушаются его. Фадака садра. И стало ему тяжело на душе. Фальтафата иля ль-киям, факала ганнина али. Тяжело ему стало, чтобы забыть это. Те времена, когда он был в Медине, когда он был верующим. Повернулся к певицам и сказал: «Спойте что-нибудь». Хотел забыться. Аскатахунна ба'да арба'ата абьята ухамса. Когда они спели там 4 или 5 куплетов, он их остановил. Суммаль тафата иля хаза ар-раджул ва каль. Потом повернулся к этому человеку, к этому сахабу и сказал, он сам был поэтом: «Танассарат иль-ашрафу мин аари латматин, ва ма кана минни лау сабарту лаха ад-дарара». تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت بها عين البصيرة بالعورة فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليت رجعت إلى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أرعى المقاض بقفرة وكنت أجيرا في ربيعة أو مضر. То есть в этом стихе он расплакался, так сильно расплакался, что говорится, что тело его промокло от слез. И в этих стихах он сказал: «Если бы я тогда послушал Умара, если бы я не высокомерился, если бы меня мама не родила на этот свет, лучше бы, чем быть королем, я был бы лучше бы пастухом в горах и был, работал в Кабайле, там у неких кланов, у неких кабиля, как Рабиа, как Мудар. Лучше бы я был таковым». И заплакал. Когда вернулся в Медину, Умар радиаллаху анху спросил: «Ты видел его?» Да, видел. Видел, как он пьет алкоголь, видел. Каталяху Аллах. Ба'ал фания бильбакия. Тогда сказал: «Горе ему», Умар радиаллаху анху сказал, он поменял вечность на считанные эти дни. Фада'аляху Умар, валякин кила аннаху мата аля фуджури. За него сделал дуа Умар радиаллаху анху, но говорится в сире то, что он умер на том, на чем он остался.